йшло до 5 тисяч. Фактично те ж саме відбувається, як показує практика, і в економіках різних країн. Тобто, коли країна стає більш розвинутою, роль держави починає зростати. І а не навпаки. Тобто, поки вона не є розвинута, насправді роль держави повинна, як не дивно може звучати, бути меншою. Україна через державний бюджет і пенсійний фонд розподіляє 45% валового внутрішнього продукту. Це дуже багато є. Чому це дуже багато? Тому що ті країни, які робили певний ривок в своєму економічному розвитку, тобто фактично переходили від стану того острову, де 1000, до того острову, де 5000 вирощуються. Вони, будучи, ну скажімо, менш розвинутими, біднішими, вони навпаки намагалися якомога менше перерозподіляти через бюджетну систему. Тобто для цього потрібно шукати, як зменшити державні витрати. Де від яких функцій держава може відмовитися, що для неї є неефективно. І іншого шляху немає. Тобто зменшення державних витрат повинно дати можливість дуже сильно лібералізувати податкове законодавство, зменшити податки. Не можна поєднати інвестиційно привабливу державу, куди хочуть зайти інвестори, вкласти гроші, бо тут дуже легко працювати, дуже ліберальне податкове законодавство і умови для бізнесу. Це не можна поєднати з тим, що держава намагається якомога більше забрати і виконати якомога краще свою функцію. Така от ситуація. Не виходить так. Олексій, дякую. Є два наступних запитання. Перше. Я Володимир Дорошенко. Скажіть, а державне замовлення повинно бути? А то так вийшло, що всі господарі землі засіють пшеницю. А цукром ніхто не засів. Що ж, на цілий рік буде місце до пшениці? Я вважаю, що не має бути. Я вважаю, що ну, держава може створювати якісь певні резерви, але куди сіяти пшеницю, а куди сажати там, цукровий буряк, це фактично в тому та й справа, що коли держава починає цим займатися, воно фактично отут, знаходячись де-небудь в Києві, намагається вирішити якесь питання, яке знаходиться десь там на місці. Ці всі речі має вирівнювати ринок як такий. Якщо в якомусь періоді чогось буде замало посіяно, то на нього ціна піде вгору, воно стане більш вигідним, його стануть саджати більше. Отак фактично працюють ці механізми. Не згори вниз, а знизу до гори. Тобто реагує на рівні окремого господарства. Є господар, який дивиться, ух ти, а от якщо б я посадив не це, а оце, то я б заробив би більше. І він починає саджати те, що йому вигідно. Репліка до запитання. Я маю в виду щодо плану, щоб голоду не було. Фактично є такі дві речі. Одна річ, ми можемо все контролювати, а інша річ, ми можемо все відпустити. А коли ти знаходишся десь посередині, то виходить не одне і не інше. Стосовно плану, тобто я не розумію, якщо, наприклад, я є якимось фермером, то чому мені хтось має доводити якийсь план, якщо він не має до цього жодного відношення? Держава може робити свої певні прогнози, допомагати, розповідати про світову кон'юнктуру, про свої прогнози для того, щоб у людей було більше інформації, але не вказувати, що саме робити. Дякую. Наступне запитання. Доброго дня. Дуже дякую вам за лекцію. Скажіть, у мене питання стосується того, я взагалі являюсь прихильником саме лібералізації і необхідності вільної економіки. І я нещодавно закінчила книжку про успіхи Грузії реформи. І отам було важливе питання про те, що
короткостроковому періоді ви всі від цього виграєте. В короткостроковому періоді багато людей від цього не виграють, а програють, тому що це спрощення умов, воно не кожному потрібне. Комусь потрібна більша там стабільність, більш насиджене місце і таке решта. Ну і власне, чому політична воля? Тому що будь-хто, хто на це йде, він має розуміти, що шансів залишитися при владі. Шансів залишитися при владі у нього не є багато, тому Саакашвілі вже їде кудись там в університет викладати. І фактично кожен, хто йде на реформи, він собі має малювати десь таку кар'єру, що зараз я роблю це заради майбутнього і, скоріш за все, отримую великий негатив, якби їду. Тому люди цього в більшості своїй не приймуть, але важливо, щоб була певна політична воля до змін. Тому що те, що відбувається в Україні за 22 роки, там жоден, хто був при владі, він не продемонстрував великої волі саме до змін. Тобто він більше займався тушінням якихось локальних пожарів, стабілізацією тут. От, відповідно, я думаю, що це завжди непопулярно, це завжди вольове рішення і це завжди важко. От. Ну, я не знаю, чи зміг я відповісти в цілому на ваше питання. Воно є дуже непросте, дуже правильне. От, це не те, що стосується загальних гасел, які підтримують всі. Тобто деякі гасла підтримують майже всі, але це не те рішення, яке потрібно в економіці. Ви зачепили в своєму виступі таку тему, як клас олігархів, який є в нашій країні, і разом з тим боротьба з корупцією. От як ви вважаєте, клас олігархів, він відіграє негативну роль в боротьбі з корупцією? Тому що і тема чиновників і корупції. Я вам скажу, що корумповане наше суспільство повністю. Тому що я почув такі цифри, що навіть на рівні невеличкої сільської парафії йдуть багатотисячних доларів взятки, щоб стати священником. І ось саме питання. Чиновник, який бере взятку, він бере її для чого? Він її бере для того, щоб мати рівень життя хоча б приблизно як олігарха, так? Ну, підтягнутися, так? Ну, зовні, там, скажімо, автомобіль, так, приблизно, ще там, будинок. От як на вашу роль, клас олігархів, от на даний момент, секундочку, на даний момент, чи є його роль негативною, реакційною в нашому суспільстві? І ще прокоментуйте такі речі, як от захопимо Уолл-стріт Нью-Йорку, марш незгідний в Європі, незгідний в Європі. І ми бачили ось ці... Секундочку. Це багато питань. Ні, ну... 30 секунд. І ось з французьким актором, який тікав по цілій Європі, щоб не заплатити податок, і опинився в Дагестані. А чому він його не платив? Якщо не платять олігархи податки, їм залишається більше. Пропонували йому заплатити 90%, а олігархи і йому залишали 100 тисяч з мільйона. А олігархові з мільйона залишається, відповідно, ну, набагато більше, скажімо, в 2-3 рази більше, так? І тому він тікає по цілій Європі, опиняється в Дагестані. От, будь ласка, на ці питання виходить. Дякую вам за питання. Стосовно олігархів. Чи добре це, чи погано, коли є олігархи? Тобто завжди в будь-якому питанні є свої плюси, свої мінуси. Переважно це, звичайно, що погано. І, власне, чому сталося, ну, чому взагалі, звідки з'явилися олігархи? Це фактично приватизація того майна, яке було загальнодержавним, яке відбулося в основному в такий спосіб, що опинилися у досить невеликої купки людей. Звичайно, що це погано, тому що
завжди, якщо дивитися на еволюцію людини, людина еволюціонує там, де є важко, де складно. Тобто, якщо людині створити ідеальні умови, коли все є, вона перестає фактично розвиватися. Тому ті складнощі, які в нас є, їх також треба, можливо, приймати як щось позитивне. Відповідно, коли є людина, в якої... яку давить, скажімо так, конкуренція з усіх боків, то, відповідно, вона шукає якомога кращих виходів, і, знаходячи їх, вона розвиває і економіку, і суспільство. Відповідно, коли є більшість, як в нас, олігархи, вони є монополістами тої чи іншої галузі, умовно кажучи, якщо «Київенерго» належить там одній людині, то фактично з ким вона там конкурує, тобто за те, щоб зменшувати собі вартість чи що ще. Тому це погано. Що фактично потрібно робити для того, щоб це не було, це уникати будь-якого популізму і розуміти, що як тільки ми створюємо на рівні держави ті чи інші перепони, ми фактично створюємо можливість для корупції і для того самого несправедливого розподілу. Наприклад, дуже довгий час там стоїть питання стосовно там землі. Да? Тобто у нас дуже сильно бояться, що якщо землю там дозволити приватизувати, то її там скуплять іноземці, умовно кажучи. Я, наприклад, цього не зовсім розумію, якби я поділяю, чому. Тому що якщо вводити якісь обмеження, які введені в нас в законодавстві, що коли земля буде приватизуватися, то іноземним громадянам землю України не дозволяється купувати і приватизувати. Відповідно, ми отримуємо те, що земля так само буде належати тим чи іншим олігархам. Тобто для того, щоб не було корупції, у всіх повинні бути однакові умови. Свого часу, в 90-ті роки, коли йшла приватизація, треба було дозволити так само брати в ній участь компаніям західним. Якби в нас така ситуація була, ми б, напевно, вже були так само в Європі, тому що ми б бачили ті підприємства, які бачимо і зараз, напевно, більш модернізованими, і нас не мало б лякати, що це там європейці чи це американець. От з точки зору держави, вона має на деякі процеси мінімально впливати, мінімально встановлювати ті чи інші обмеження, тоді така ситуація буде діяти. Дозвольте ще. Дозвольте ще, будь ласка. Я можу цей дати. Там хто є? Там, здається, є питання. Один. Олексію, запитання про 99 життів. Про що саме? Про 99 життів. Так. Покоління 50+. Люди, які звикли жити в традиції з 9 ранку до 6 вечора. Так. Як змінювати? А це доволі великий масив людей, великий масив розуму. Як змінювати ситуацію з тим, що я можу займатися не з 9 до 18 і байдуже чим, а творити себе? Ви знаєте, це таке питання, що я на нього, на жаль, не знаю відповіді. Тобто тільки можна з людьми розмовляти, пропонувати, можливо, якщо проаналізувати навіть, що ми бачимо, що ми читаємо, то, власне, людям все одно певна модель життя, вона пропонується, іноді навіть нав'язується. Тобто це може бути дійсно модель з 9 до 6, потім улюблений серіал, потім новини, потім лягти спати і таке решта. Тобто, відповідно, треба знову ж таки, тут от ви, Ольга, як журналіст, фактично ви так само можете нести якусь іншу думку. Тобто життя, яке може починатися, як в тому радянському фільмі, десь там 50 чи 60, що люди можуть себе поводити інакше, що люди можуть там відвідувати ті чи інші курси, мати нові хобі, мати нові знайомства,
вчити ту ж саму мову для того, що якщо тут побачить іноземця, що можуть йому щось сказати, знаходити можливість, може там хоч потрохи відкладати гроші для того, щоб поїхати своїми очима подивитися, як хтось живе за кордоном. Але це все-таки загальні речі. Зрозуміло, що коли людина склалася, ну то важко на неї вплинути. Тут не є щось там правильне чи неправильне, просто можна показати, що може бути інакше. Як саме, ну, не знаю. Дякую. Є ще запитання? Рогозин Ігор, зараз і завжди, в общем, економіка йшла від одного кризису до другого. І з великими провалами. Мне кажется, что сейчас западная, даже вся мировая экономика стоит перед новым переделом. Почему? Потому что раньше были атомные электростанции, будем говорить, и остальные энергоресурсы, которые традиционно использовались много лет. И не много лет, а много столетий. Сейчас появляется новое совершенно топливо. Кто первый, будем говорить, возьмет этот тренд, тот будет в перспективе главным человеком. Как мировая экономика это может или регулировать, или зарегулировать? Дякую за запитання. Ну, власне, я не думаю, що можна щось зарегулювати. Знову ж таки, ви сказали про кризу. Треба розуміти, що жодний розвиток без криз фактично не відбувається. Тобто будь-який скачок у розвитку, він пов'язаний з тою чи іншою кризою. Тому, звичайно, жити під час кризи не дуже добре, але ну, тим не менш часто, коли ми аналізуємо, а що саме відбулося, то ми через певний термін часу починаємо якось інакше на цю кризу дивитися. Наприклад, коли в 19 столітті, в першій половині, почалась так звана промислова революція, коли пішла автоматизація праці, ну це ж з одного боку, це нібито добре, коли те, що робило 10 людей, починає робити фактично той же самий обсяг одна людина. Це з одного боку добре, але що це таке для інших 9 людей? Це велика криза. Так само ви сказали про інші джерела енергії. Ви можете так само подивитися і зрозуміти, що на цьому в цій галузі будуть дуже великі перетворення. Тобто фактично в Сполучених Штатах Америки, наприклад, зараз активно розвивається, дуже багато американців вже їздить на так званих Тесла-мобілях, яким не потрібен бензин, яким не потрібне пальне. Тобто це означає в перспективі, що не потрібно стільки видобувати нафти. Якщо ви подивитеся, в нас одне з найпопулярніших в Україні слів – це газ. Всі знають, скільки газ коштує, там, наскільки став він дешевшим. Я не знаю точно, яка зараз ціна в Сполучених Штатах. У 2012 році ціна за 1000 кубометрів газу була $70. $70 за 1000 кубометрів, тобто зараз у нас є знижка 268. Тобто за рахунок, знову ж таки, розвитку джерел сланцевого газу. Тобто, відповідно, напевно, що науковий технічний прогрес, він може створювати абсолютно нові джерела енергії, коли, ну, знову ж таки, ну, якщо брати країну в цілому, в якому ми зараз стані знаходимося, там зліва Європа, справа Росія, от, але знову ж таки, і на жаль, як кажуть, ми повинні щось у себе побудувати там і тоді вже до когось приєднуватись. Ну не дуже в нас виходить самим побудувати, будемо відвертими, це раз. Другий момент, якщо ці джерела енергії будуть розвиватися, а що буде з економікою Росії в майбутньому, і що буде з Росією як країною, це також треба собі прогнозувати, а напевно, що не буде там в перспективі 10-15 років нафта і газ настільки дорогими і настільки важливими. А що ми ще знаємо про Росію до сих пір, крім нафти і газу?
На жаль, ми про Україну в світі небагато знаєте, але тим не менше, якщо казати про стратегічний вибір, то він, напевно, в тому напрямку утопічний. Стосовно, як ви кажете, регулювання, що великі корпорації, вони можуть бути не дуже зацікавлені в розвитку цих альтернативних джерел. Ну, умовно кажучи, так само, якщо уявити собі, що я там Рінат Ахметов, власник «Київенерго». Я хіба зацікавлений, щоб у вас якомога менше ви платили за світло, щоб у вас там були якісь енергозберігаючі технології, таке решта? Ну, напевно, що ні. Відповідно, так само буде протидії з цього боку, але, як показує практика, не дуже важко заморозити науково-технічний прогрес, тому що він одночасно, ці дослідження відбуваються в дуже багатьох точках, в дуже багатьох країнах, і завжди знаходиться ну, якась там особа, яку там особливо нічим не зацікавиш. Тому я думаю, що енергетичні революції, вони так само будуть, що епоха і ера от таких дорогих традиційних енергоджерел, вона фактично підходить до кінця. Хотілося б, напевно, щоб якісь, хіба що українські прізвища також на цьому шляху почути, але може поки що і не почуємо. Але в будь-якому разі я не думаю, що це вдасться комусь там зупинити, законсервувати. Олексію, дякую. Час лекції вичерпаний. Завтра ви зможете... Дуже дякую за увагу. Тобто завтра в 3-й годині буде продовження моєї лекції про персональні фінанси. Ми будемо розмовляти про такі більш предметні речі, які стосуються кожного. Ми почуємо там про пенсійну реформу, чому вона відбувається і до чого це все призведе. Про депозити, про банки, про кредити, які нам пропонують там, якщо відійти звідси там на 50 метрів. Про те, яким чином зберігати гроші, як робити заощадження, що є більш цінним, що є менш цінним. Тому якщо щось з цих тем буде цікавити, на 15-ту годину чекатиму вас тут. Дякую вам всім за увагу. Дякую. Друзі, наступна наша лекція називається «Нові технології і стандарти журналістики». Лектор Еліна Шнурко-Табакова. Здравствуйте всім. У нас сьогодні ще немного, к концу, наверное, подтянуться. Я вчора розказувала о технологіях і конституційних правах. И если вдруг кто смотрел или слышал, я заканчивала на том, что на самом деле каждый гражданин уже может быть журналистом или во всяком случае выполняя свою функцию и реализуя свое право на высказывание с помощью технологий, в каком-то смысле человек и гражданин может быть журналистом. Потому что если мы знаем что-либо о значимой для общественности информации, то по идее мы должны делиться с обществом, потому что общество заслуживает того, чтобы знать все факты, которые происходят вокруг него. И сегодня, если переходить к теме журналистики и тех стандартов, которые были раньше и сейчас, то, конечно же, вначале нужно сказать о том, что стандарты не изменяются, но журналисты вместе со всей средой коммуникационной должны развиваться и должны использовать эти технологии, совершенствовать свою оперативность, свою эффективность, и в том числе свою объективность, что достаточно важно. О том, что же такое объективность, это, наверное, будет наша первая часть. Вообще журналисты делятся на разные, скажем так, классы, квалификации. Наверное, самое известное – это репортеры. Это те люди, которые бывают и в горячих точках, и не очень горячих точках, и в каких-то центрах производства финансовой информации, общественно значимой информации. Это те люди, которые должны правильно уметь задавать вопросы. То есть эти вопросы должны быть, понятны тому, кого они спрашивают, и, они, естественно, должны быть интересны обществу. То есть если сейчас здесь Майдан, а репортер хочет сделать опрос, какого рода мороженое вы предпочитаете, то, наверное, это не очень квалифицированный репортер, который не понимает, что люди думают о другом, и более того, что его аудитория ждет несколько другой информации. То есть мы все с вами – это аудитория. Аудитория телеканалов, аудитория интернет-сайтов, аудитория журналов, аудитория газет.
и у нас есть совершенно разные интересы. Считается, что аудитория, которая ожидает определенную информацию, она не готова потреблять другую. То есть, стоя на Майдане и читая какую-то газету или сайт, мы не готовы читать исследования о предпочтениях в колготах, о том, какие производители мороженых конкурируют на рынке и так далее. И поэтому репортеры и те СМИ, которые работают с потоком информации, они должны четко понимать, чего же они хотят, что ждет их аудитория, что аудитории интересно. Отсюда рождается первый стандарт, когда репортер и редакционное задание должно коррелировать с ожиданиями и максимально полно находить источники событий, мероприятий, фактов, которые интересно подавать в пространство. Вот этот вот процесс нахождения фактов, он с одной стороны кажется очень простым. С другой стороны, уже даже на примерах событий на Майдане видно, что если идет там перекрытие, шло перекрытие, потом снимали какие-то штурмы, то потом разные люди могут совершенно по-разному показывать. Да, там кто-то говорит, что люди били беркут, а кто-то говорит, беркут бил людей. На самом деле репортеру очень важно понимать и определять максимально взвешенную информацию. То есть, по идее, в идеале он должен снять все группы сверху, снизу, справа, слева, для того, чтобы, когда он делает отчет, учесть все мнения. Есть еще такие вещи, как опросы. Да? Если проводится опрос, в котором нет альтернативного ответа, журналист ссылается только на эти ответы, он заведомо следует за темой, которую хочет поднять этот вопрос. Если там нет альтернативы, то журналист и репортер, который использует этот факт, они фактически не показывают, что происходит на самом деле. Потому что какое-то другое, не менее маленькое или большое количество людей, они могут хотеть узнать что-то другое, проголосовать за что-то другое. Опять же, это очень хорошо было видно здесь, когда пытались там снимать портрет Юли с елки, и при этом опрос устраивали только односторонний. То есть вот хотим его снять. Сколько людей не хотело снимать, никто как бы не захотел узнать. Более того, СМИ, которые об этом хотели рассказывать, они почему-то вторую сторону медали не рассматривали. И таким образом начинается искажение фактов, начинается манипуляция с помощью информационного вброса, и фактически репортеры уже следуют за той тенденцией, которую им кто-то захотел показать. Поэтому для нас, для потребителей информации, очень важно смотреть, чтобы набор фактов, который нам подается, всегда имел первоисточник. Ну и на самом деле журналисты должны проверять первоисточники, либо они видели своими глазами, либо они ссылаются на тех, кто видел своими глазами. Если говорить о гражданах, то я вчера приводила пример, он на самом деле вечный, что о цунами в Японии и о землетрясении в Японии, о тех последствиях, которые были, первыми информагентства узнали из твиттер-ленты обычных людей. Я собой когда-то начала гордиться, когда определенные там статусы в Фейсбуке начала использовать LegaInform для того, чтобы узнать информацию, которая прошла по профессиональному объединению в ассоциации. Да? То есть это означает, что на самом деле каждый человек служит источником информации. И современные технологии, такие как Twitter и Facebook, они позволяют право на информирование реализовать, а дело репортеров и журналистов это корректно и правильно использовать. Очень важно при этом понимать, что технологии, они не только помогают эффективности, они могут и запутать. Да? Если вы, например, не проверите пятый источник, на который все ссылаются, то может оказаться, что это тоже будет вброс. И чем профессиональнее журналисты, тем профессиональнее репортеры, тем меньше у них будет непроверенных фактов или фактов, которые они не удосужились сравнить с наличием других тенденций. Понятно, что когда это раньше было там, не знаю, телефаксы, телексы, да, и Картас любил ссылаться на телексы, вот, потом ссылались на информагентство, это тоже работало телеграфным способом. Сейчас есть решения, которые помогают быть очень оперативными. Во-первых, это Twitter, который включает в себя послание в размере смс. И, в общем-то, Twitter в свое время был сделан для того, чтобы короткими сообщениями с мобильных телефонов можно было туда посылать информацию. Twitter при этом это среда, которая создана для того, чтобы люди могли следовать за наиболее значимыми персонами. То есть, с одной стороны, есть как бы вот там звезды, есть спортсмены, есть политики,
и кто-то хочет их отслеживать. В принципе, это очень удобно. В то же время эта же информация использует средства массовой информации и уже могут либо подбирать набор фактов из того, что происходит в клиенте какого-то героя, либо сами могут использовать для информирования своей аудитории, либо тот же Twitter может объединять людей, в котором участвуют и граждане, и средства массовой информации, журналисты, и политики, и отличный этому пример, ведь лента Евромайдана, которая была и сейчас остается наиболее оперативным средством для того, чтобы информировать о том, что происходит, о том самых разных аспектах, да, начиная от культурной жизни, расписания в университете здесь, перекрытия, которые наблюдаются вокруг, плюс просто каких-то публикаций, исследований, которые происходят ну, в это время. И вы в реальном времени можете это отслеживать. Дальше, после журналистов и репортеров, начинается следующая когорта более, так сказать, спокойных людей под названием обозреватели, аналитики, авторы, которые обычно уже имеют свои точки зрения, имеют свою специализацию. Специализация в самых простых случаях там можно разделить на политических, общественных, культурных, экономических журналистов, которые пишут на какую-либо тему. Чаще всего, конечно же, им нужна эрудиция в аспектах рядом, потому что невозможно писать об экономике, если ты не знаешь там международные какие-то события, которые постоянно происходят. Невозможно писать об экономике, если ты не понимаешь политических процессов, о том, как происходит вообще сам процесс развития, становления как экономики, так и государственных средств. Здесь очень, опять же, помогает то, что на самом деле мир глобальный. Глобальность мира означает, что практически все компании, которые работают, все биржи, там, все политические партии, они все имеют свои веб-сайты, они все имеют свои клиенты, и человек, который специализируется в том или ином направлении, у него есть возможность проверять массу источников, сопоставлять данные, убеждаться, что более-менее используют корректную информацию в сравнении, и таким образом создавать свои материалы. Почему это нужно нам, кроме того, что нам интересно? Потому что кто-то должен за нас сделать большую работу обработки первоисточников. Да, кто-то должен рассмотреть все эти тенденции, все те факты, которые происходили, какие-то комментарии политиков, и соединить это все в один достаточно понятный и перевариваемый аудиторией инструмент. Новые технологии здесь нужны, опять же, во-первых, для того, чтобы это можно было прочесть, собрать, но и также для того, чтобы обсудить. Право на обсуждение и высказывание, оно реализовано практически во всех современных порталах, во всех современных новостных лентах. И, в общем-то, вот то, что раньше обсуждалось на кухнях, подземных переходах или возле главпочтамта в 90-е годы, сейчас обсуждается на новостных лентах и в комментариях, которые приходят люди, которым интересна данная тема. Там можно узнать еще какие-то ссылки, там можно проанализировать то, что тебе не рассказал журналист. Наиболее продвинутые журналисты, они не участвуют в этих комментариях. Самые продвинутые журналисты, они не просто на каком-то веб-сайте могут опубликовать свой материал, они, кроме этого, еще присутствуют со своими ссылками в социальных сетях. А это значит, что те люди, которые выбрали этого журналиста авторитетом, которому интересно его мнение, они имеют возможность круглосуточно с ним общаться и обсуждать то, что он нам пытается рассказать, да, углубляя тему. Очень хорошие журналисты, просто супер-журналисты, которые ориентируются в технологиях, они в таких обсуждениях для себя находят в том числе и новые темы, которые востребованы обществом, и которыми они начинают работать дальше. И через определенный промежуток времени они уже как бы могут показать и рассказать еще больше, чем было до сих пор. В этом им помогают читатели. И хотя нас тут сейчас совершенно немного, но, в общем-то, если вам интересно, вы попробуйте, то некоторых людей, которые сейчас пишут, вы можете стать участником их дискуссий, помогая им и направляя их интересы в ту сторону, которую вы представляете и которая может быть задействована. Дальше, как бы, есть еще такие люди, как главные редакторы. На самом деле, главные редакторы, кроме того, что они используют технологию подготовки материала, это люди, которые отвечают за редакционные политики. Завтра я буду говорить о том, что экономически дает возможность СМИ быть независимыми,
Но если говорить о редакционной политике, то она возможна соблюдению только тогда, когда главные редакторы и редакция не испытывают давление. И кроме того, что здесь есть экономические аспекты, здесь есть аспекты и профессиональные. Потому что профессиональный журналист и главный редактор, он знает, что его аудитория всегда поймет, что он врет. Да? Врет, искажает действительность, манипулирует, придерживается только одной точки зрения. И его профессиональная задача, на самом деле, бороться с давлением, если он хочет быть профессионалом, который неважно где работает, в Украине, в Великобритании или в России, не дай бог. Да? Почему? Потому что независимость редакции – это то, что востребовано аудиториями. Если посмотреть вообще на любое функционирование СМИ, то, как я уже говорила, главное – это аудитория. Да? А главная аудитория – это то, что она платит этому СМИ за то, что оно для нее делает. То есть готовит материал, снимает сюжеты, делает телепрограммы, художественные фильмы. В любом случае важна аудитория, которая либо заплатила деньги, либо свое внимание потратила на то, что посмотрела или прочитала, или заодно рекламой воспользовалась, да, на сайте на баннер нажала. То есть вот это очень важно. И аудитория, обычно люди, они всегда чувствуют, когда их обманывают. Очень большая проблема в Украине, что многие редакции СМИ, они не имеют устойчивой редакционной политики. Либо эта политика такова, что она может игнорировать общественный интерес. То есть если, например, в программе новостей нет, скажем так, в концепции освещать политические события, то она просто не будет освещать. И аудитория будет смотреть и говорить: боже, там опять одни аварии, там опять какие-то катаклизмы мировые, непонятно, почему они об этом говорят. И чаще всего такую программу новостей перестают смотреть. И вот здесь это как раз ответственность редакции главных редакторов. Вы помните, что в 2004 году некоторые новостные программы приносили свои извинения за то, что они давали новости, которые не совсем, мягко говоря, коррелировали с окружающей действительностью. В общем-то, сегодня ситуация там местами где-то получше, не было такой блокады на информацию. В то же время очень многие телеканалы давали достаточно гибкий, так сказать, набор новостей. Вот я уверена, ну, поскольку я тоже работаю с аудиториями за 18 лет, я приобрела абсолютную уверенность, что людей обмануть нельзя. Даже если они не поймут сразу, что им будет искаженную информацию, они все равно почувствуют ее, да? И в этом свете как раз вот этот контакт с журналистами, с редакциями, с нашей стороны, оно может позволить им увидеть, что они уже перегибают палку. И я совершенно уверена, что если 1 000 000 человек пришел на какую-нибудь там заангажированную веб-сайт или новостную программу и написал об этом, то что-то бы там поменялось. Потому что, во-первых, тем людям, которые предвзяты, им обычно неудобно, что они предвзяты. И тем людям, которые делают работу непрофессионально, начинают меньше платить денег и так далее. То есть, в общем-то, наши технологии сегодня, они позволяют следить за соблюдением журналистских стандартов и, более того, доводить свое мнение. Не только голосуя деньгами или вниманием, но в том числе отправляем письма. Отдельную роль в информационном пространстве Украины занимает игнорирование бизнеса. Со мной там можно спорить, я с удовольствием поспорю в сессии вопросов и ответов. На самом деле бизнес, когда он хорошо встроен в систему государства, в систему общества, он всегда приносит пользу. Бизнесы, которые не приносят социальной пользы, они умирают. Они не в состоянии долго жить. Я не говорю там о бизнесах, которые связаны с одним ресурсом, с перенаправлением потоков или чем-то еще. Те бизнесы существуют столько, сколько существуют потоки. А бизнесы, которые реально имеют миссию и пользу для общества, они живут долго. И в наших средствах массовой информации почему-то бизнес постоянно игнорируется. Потому что когда-то в начале 90-х было решено на самом разном уровне. Где-то на уровне собственников, где-то на уровне главных редакторов, где-то на уровне звезд журналистики. Что говорить о бизнесе, это всегда реклама. Да, поэтому говорить в новостях о бизнесе мы будем только, если их вскрыли на неуплате налогов, или если они нам заплатили деньги. Если вы посмотрите на страны, достаточно там BBC тоже известные своей объективностью и профессионализмом телеканалы, то вы там с удивлением обнаружите, что если говорят, что Microsoft запустил Windows, то там говорят, Microsoft запустил Windows, да? Или там Google запустил новый продукт. В Украине о бизнесе не говорят. Как я уже говорю, здесь в информационном пространстве в основном присутствуют
совершенно негативная информация о бизнесе. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, ну, кроме того, что просто люди хотят срубить денег, да, и когда-то бизнес идет на поводу, когда-то не идет, когда-то платят за сюжет, когда-то не платят. Но есть еще второй аспект. Дело в том, что бизнесы – это носители достаточно многих наработок. Известно, что в вопросах развития общества бизнес обладает инструментарием внедрения реформ. Если посмотреть на информационное общество, например, такую вещь, как электронная демократия или электронное правительство, то системы, которые внедряются в других странах, позволяют проводить тендеры бескоррупционные, делать какие-то, я не знаю, там, сервисы для, от государства, населения. Эти все системы бизнес уже давно сделал и применяет в своей практике. Следующим этапом он их сделал для государств. И эти государства тоже их применяют на практике. В нашей стране и в соседней России очень хорошо видно, что государство не хочет использовать потенциал бизнес-решений для того, чтобы его сервис улучшался. И поэтому изо всех сил, то есть господин Путин это сделал очень хорошо, у нас только пытаются, бизнесу внушают такую мысль, что бизнес никогда не занимается политикой, никогда не занимается социальными какими-то вещами. Бизнес у нас только зарабатывает деньги, еще он не платит налоги. Поэтому мы его постоянно будем мочить, что он не платит налоги. И это очень удобно, потому что кроме того, что бизнес мог бы содействовать в реформах, предоставляя правильные решения, бизнес на самом деле в лице там, объединений профессиональных очень много работает с законодательством. И вот эта работа с законодательством, это уже есть политика, потому что если вам не подходят законы какие-то лицензирования, об уплате налогов, потому что они вас ставят в неправильное место, то бизнес пытается с этим работать, давать свое мнение, свои комментарии, свои ноу-хау для того, чтобы этот закон стал лучше. Иногда ему удается достичь какого-то консенсуса с государством, иногда вообще не удается, иногда приходится писать открытые письма. Вот. Ну, в общем, работает ну, плохо. В России не работает вообще. И здесь как раз вопрос технологий. Именно технологии сегодня позволяют, во-первых, все, что делает бизнес, доносить до широкой общественности. Потому что когда одна ассоциация борется, это один вопрос. А когда 10 или 20, это совершенно другой вопрос. И во-вторых, журналисты наконец-то на это обращают внимание. Сейчас, как бы вот в Украине, образовался уже такой сегмент журналистики, которая не очень дорогая, то есть это не телевизор, не радио, немножко пресса, в основном интернет-сообщество, которое отслеживает деятельность разных ассоциаций и разные способы работы и сотрудничества с государством. По крайней мере, эти проблемы освещаются. Хотя это не очень широкие аудитории, но зато это аудитория профессиональная. И эти профессиональные аудитории, они тоже делают политику в этой стране. И с помощью, опять же, той же технологии, одно дело послать письмо по почте, а другое дело одновременно сделать письмо, устроить пресс-конференцию, привести там весь Facebook, твит-ленту и так далее. То есть вовлеченность населения становится намного больше. А, как известно, все плохое, оно света боится, и поэтому вот освещение дополнительной такой информации, оно очень помогает. И не знаю, слушает ли нас кто-то из журналистов, но очень я надеюсь, что вот эти вот профессиональные вещи, они научатся находить вещи, значимые для общественности. Да, и если мы говорим о том, что происходят какие-то общественные события, гражданские, политические, экономические, то начнут говорить о том, что в бизнесе тоже очень многое происходит, что действительно влияет на общество и может принести обществу очень большую пользу. Если продолжать дальше, то меня лично устало от своего монолога. Может, мне кто-то вопрос какой-нибудь задать и направить меня в какую-нибудь сторону? Шановні панове, в кого є якісь запитання до пані лектора? У мене запитання. Скільки присутніх зараз тут є в соціальних мережах з вас? Як часто у вас виникає сумнів в тій інформації, яку ви друкуєте? Чи маєте ви право її друкувати, чи ні? Як вона вплине на ваше середовище, яке вас читає? Питання відповідальності. Має хтось відповідь? Це не дуже важко сказати, тому що дуже обмежений коло читачів. Ну, все-таки так, ну, якимось чином.
збереження інформації, ну, напевно, в мене, завжди, ну, буває якийсь сумнів в тому, як це сприйме моє оточення. І чи маю я право поширювати, ну, ніби нав'язувати таку думку своїм друзям? Як корелюється питання відповідальності і нав'язування думки? І нав'язування чого? Нав'язування власної своєї думки. Коли людина думає, чи маю я право ставити цю інформацію, чи не маю я права, ну, ставити, чи смотри, можу, чи не можу. От у мене є навіть такий маленький кусочок вчорашньої лекції на тему достовірності інформації, нав'язування своїх мислів. Да? Тобто те, що я говорила в початку, репортери журналісти, які дають факти. Понятно, что там мнения нету. Когда мы делимся этими фактами для своих друзей, мы уже добавляем какие-то эмоции. Там плохо, хорошо, поддерживаем и так далее. И дальше просто вопрос, насколько вы доверяете друг другу и насколько эта информация, ну, как бы действительно имеет тот окрас, который написал ваш друг. Когда журналист делает какой-то окрас, он берет на себя ответственность за интерпретацию этих фактов. И фактически он уже становится не репортером, а, скажем так, публицистом или там, что еще кроме публицистики, но анализатором, аналитиком и прочее. Да? То есть, и в этой ситуации вы уже сами решаете, вы будете доверять мыслям вокруг этих фактов, или вас интересуют другие публицисты, которые, возможно, эти же самые факты трактуют как-то иначе. Но есть вопрос проверки фактов. Да, я приводила примеры, что во время там интенсивных событий на Майдане очень многие отделились информацией. Там перекрытие, там еще что-то. Дуже багато було істерики. Да, істерики було дуже багато, но самое ужасное, когда эта истерика через сутки продолжалась теми же самими постами. То есть люди не смотрели на время, да, и они через сутки совершенно уже устаревшую информацию начинали распространять дальше. Вот, я даже там посты писала, товарищи, перед тем, как делиться, посмотрите, пожалуйста, что у меня там по времени написано. И это уже, ну, это скорее там социальная психология, как люди реагируют, как они это используют. Я, в общем-то, считаю, что в Фейсбуке там, или в Одноклассниках, или ВКонтакте, там нужно прислушиваться и видеть ленту только тех друзей, которых вы хотите видеть. Если вы позволите там у кого-то 100 друзей, у кого-то 1000, если вы будете смотреть вообще всех, вы очень быстро запутаетесь в каше. И вы не сможете, ну, как бы, они вам не помогут жить эффективно. Когда вы правильно будете понимать, какую информацию вам интересно и от кого чаще всего этот интерес приходит, когда вы упорядочите списки того, что вы видите, ваши друзья вам сразу помогут иметь более широкий круг прочтения, более широкий круг информированности, и в то же время там будет меньше мусора. Если говорить вообще о фактах, вот там была такая штука, по-моему, на третью где-то ночь после штурма, РБК УАП дало информацию, что идет там очередное какое-то перекрытие жесткое. Вот. Я не поленилась, я пошла к ним на сайт посмотреть, откуда пришла эта новость. Ни фотографии, ни источника репортерского у них не было. У них была ссылка на Автомайдан. Когда я пришла на фитлетку Автомайдана, я обнаружила, что последний твит там был за два дня до этого. То есть фактически, кто там и как это написал на РБК УАП, я не знаю. Но я знала точно, что эту информацию не нужно дальше распространять, не нужно на нее обращать внимание, потому что она не имела первоисточника, которому бы я доверила. Если же там мой друг, который тут стоял в охране, что-то хотел довести до ведома большее количество людей и говорил, у меня на баррикаде то-то, то я ему доверяла, да, и я эту информацию распространяла. Поэтому, в принципе, никогда не нужно поддаваться психозу. Нужно, с одной стороны, спокойно проверять источники, что откуда пришло. И современные технологии это очень хорошо помогают сделать. Просто лишние 3 минуты поклацать мышкой на ссылках. Да? И, с другой стороны, пользоваться той информацией, которую дают люди, которые вам доверяют. Потому что социальные сети – это прежде всего объединение людей, которые вам знакомы. Функция, миссия Фейсбука – делать мир лучше за счет персонализированного общения. И больше всего Facebook, например, борется с тем, чтобы там не было ботовских аккаунтов, чтобы человек не мог завести там на один адрес 100 адресов и с них что-то писать. И реально это, ну, это задача компании, которая сделала Facebook и господина Цукерберга. Поэтому, если вы знаете, с кем вы дружите, то вы, по идее, знаете, кому вы можете доверять. И ваша совместная проверка источников информационных, она вам поможет сохранить спокойствие, не поддаваться истерике и не давать собой манипулировать.
Потому что любой вброс, который за собой влечет либо провокацию, либо истерику, либо панику, он на самом деле делается специально. Не нужно думать, что сидит какая-то там психованная тетя и просто так что-то пишет. Ничего просто так не бывает. Поэтому если пошла какая-то фальшивая информация, современные технологии помогают ее отследить и помогают сохранить трезвость ума и не начать из этого создавать как бы волны, которые ничего кроме бреда не принесут. Дякую. У кого є запитання? Панове, публіка? Все понятно или ничего не важно? Ліниві студенти. От істинний студент зараз запитує, о чому вона говорить? Ну, це інколи теж таке буває. Перепрошую. Ні, я 5 хвилин слухаю і не можу зрозуміти, чого. Якщо ви в інтернеті хочете договоритися, що проти народу виступати? Ні, це зовсім інші речі. Ви, власне, ви тому, що 5 хвилин слухаєте. Дякую. Здесь про журналістику, є стандарти і технології. Є запитання, дякую. Крім мене є запитання, доволі часто в суспільстві побутує думка, що історикам та журналістам не личить долучатися, ну тобто їм не варто творити історію, а необхідно просто зображувати якісь події. Ну я не поділяю цю точку, просто хочу дізнатися ваше ставлення до цього. Ну, знаєте, я тут вчора услышала вообще, що журналісти – це артисти. И я начну издалека, я начну от господина Киселева, которого назначили в России на новое образование на базе РИА Новости. И в его вступительной речи к персоналу, когда он пришел, он сказал, мне не нужна журналистика, мне не нужны факты, мне нужна картинка и мне нужна идеология. И фактически профессионалы отметили, что это есть возврат к советской пропаганде, когда факты и события никого не интересовали, а интересовали картинки. И здесь как бы на самом деле есть очень масса тоже способов манипуляции и спекуляции, потому что в Украине, по счастью, такой однородной идеологии пока что нету, ее даже не сильно пытаются создавать, но тем не менее некоторые журналисты действительно пытаются творить историю. Я считаю, что журналист, который работает профессионально, он должен определиться. Он репортер, он, так сказать, инструмент информирования общества, или он хочет творить. То есть он занял чью-то позицию и работает, используя свои каналы для того, чтобы освещать только эту позицию. Освещать только одну позицию, становиться участником, это может быть очень хорошая гражданская позиция, но это совершенно непрофессионально, потому что журналист должен освещать. Репортер тем более должен освещать. Если это публицист, вот тогда он уже может делать материал, который посвящен только одному вопросу, одной стороне общества или там, одному политическому движению. Или даже если трем, но если там есть позиция журналиста, это уже не журналист, это публицистика. И освещение – это очень ответственная задача. Это не творческая задача, у нее есть свои правила. Да? То есть она говорит о том, что там нужно обязательно найти все факты, обязательно найти источники, обязательно показать все эти факты. И тогда это ремесло, оно действительно освещает историю. Если журналист хочет встать на какие-то позиции, он говорит, я стою на каких-то позициях. Я могу вам привести пример, не политический абсолютно. Вы знаете, что сейчас очень много блогеров. Да? Есть такие блогеры маленькие, они для своих 5 друзей работают. А есть блогеры, у которых миллионы читателей, которые уже зарабатывают деньги и так далее. Вот когда в США блогер пишет что-то о часах, он изначально по закону, там не знаю, явному или неявному, он должен осветить свою позицию по отношению к этим часам. Либо ему их подарила мама, либо он их купил, либо он их получил от компании. Потому что источник происхождения часов, о которых он пишет, он очень важен для понимания его отношений, если у него материальная заинтересованность. И если он получил часы от компании для теста, об этом не сказал, но очень хорошо о них написал, то это, извините, проданный материал. Да, как бы еще и денег, может, получил. И это не важно, это политика, часы, бамперсы, совершенно не важно. Главное, это отношение, которое есть к тому, о чем ты пишешь. И он должен изначально быть заявлено, это отношение. И точно так же у нас. Мы творим историю замечательно, но если мы ее творим, мы говорим, мы участвуем в процессе. Если мы журналисты, то мы освещаем и стараемся максимально объективно собрать картину и показать, кто чем занимается, что видно, что не видно и где какие факты. Дякую. Запитання аудиторії.
панове. Нічого не видно, нічого не слышно. Але вуха відкриті, це вже дуже важливо. Ну, звісно. Я вот могу сказать, что я в своих блогах как раз занимаю какую-то позицию, я не являюсь журналистом, да, я там занимаю какую-то гражданскую позицию вокруг нее, вокруг этого прямой, скажем так, что-то пишу, то, что меня волнует. При этом я всегда общаюсь даже с боты-троллями, которые на меня иногда набегают, но иногда там приходят совершенно трезвые, правильные люди, которые помогают мне чего-то новое узнать, какую-то новую тему найти и так далее. Вот. Если бы я писала, например, об издательстве, там, где я профессионал, то мне бы пришлось сказать, что здесь я уже занимаюсь публицистикой, потому что у меня на издательском рынке есть конкуренция, я там понимаю, какие издательства, как друг к другу относятся, и какими методами конкурируют и так далее. А там, где я пишу публицистику, там она и публицистика есть. Скажите, пожалуйста, как часто вы игноруете написанное ботами и троллями? Чи переважно ви реагуєте на те, що пишуть ті персонажі інформаційного простору? Я реагую тільки тоді, якщо мені хочеться порізвитися. От якщо мені енергії не вистачило чому-то за день, я можу ночі з ними пообщатися. Взагалі я їх нещадно баню вбиваю, особливо в останнє час, тому що вони реально несуть дуже деструктивну роль. От я навіть серед своїх друзів об'явила охоту. И когда мы охотимся и находим людей, ну, понимаете, бота-тролль, у него может быть 3 друга, а может быть 1000. Есть смысл заниматься тем бота-троллем, у которого 1000 друзей, потому что это значит, что он влияет и на реальных друзей. После этого его надо вызвать на дискуссию острую и забанить за разжигание межнациональной розни. Очень хорошо работает. Скажите, пожалуйста, как правило, какие темы поднимают боты и тролли? Что? Какие темы поднимают? Тільки міжнаціональна ворожнеча? Ні, ну, дело в тому, що я вважаю, що коли намагаються ссорити там 2 Майдана, знімати портрети з ёлки і так далі, це теж міжнаціональна розна. К сожалению, у Фейсбука там нету дуже великої градації, яка б нам підходила, да? Вот. Надо вибирати те, що ближе к ситуації. Дякую. Панове, запитання? А можна запитання до публіки, як часто ви читаєте газети і журнали, і які? Саме друковану пресу. Бо зараз ми говоримо про інтернет, про соціальні мережі. А друкована преса? Ви в основному читаєте інтернет. Ви тільки читаєте інтернет, чи ви так само є активним не дописувачем, а напевно до певним спілкуватником? Дякую. Які ще видання друковані? Взагалі до газетодення, але я люблю газети, розповідати. Соціальні мережі, ну, по-перше, там багато, так скажімо, інформації, тролів, те саме, і були близькі звичайні людини, там зовсім ці коментарі читати, те саме. Да, почитую, і того теж досвід вести, якось не доходило. А це не повідомо газети. Тоді, якщо соцмережі, ну, ні або мало ні, скажіть, будь ласка, як ви здійснюєте комунікацію про Майдан, в межах Майдану, якщо без соцмереж? Гаразд, це трохи я не доділив до того, що хотілося. Краще було б, як ви говорите, ну, наприклад, є арабські весни, саме, там... Виключно соціальні мережі. Так, соціальні мережі, з допомогою соціальних мереж можна дуже багато чого робити. Але ви їх не читаєте і не користуєтесь? На жаль, так. Так, в мене склалися обставини, так, взагалі-то, коли потрібно, треба було їх більше використовувати як один із інструментів сучасних і дуже вигідний. Насправді соціальні мережі, от з того, що ну, я з освітою журналіст, хоча в журналістиці зараз не працюю. І з того, що я можу бачити і спостерігати, то дуже багато людей саме знаходяться, тобто, знаходячись на Майдані. Вони кажуть, я тебе знаю, і я тебе знаю, і я тебе знаю, тому що я читаю тебе, нарешті ми познайомились, нарешті ми далі можемо працювати в горизонтальних зв'язках. Майдан називають мережею мереж.
Як ви вважаєте? Ну, безусловно, так. Ну, ви знаєте, ми робили опрос, робили відеосюжет о том, де і як люди отримують інформацію на Майдані. И, в общем-то, во-первых, очень сильно зависело от географии. Да, очень много приезжих используют только телевизор. Практически все киевляне используют только интернет. При этом каждый из них, когда начинал отвечать на вопрос, они говорили, ну вы же понимаете, кроме телевизора больше ничего нет, или кроме интернета ничего нет. Если говорить вообще о статистике, то сейчас в сети около 20 миллионов украинцев. Я думаю, в конце года будет 20 миллионов. Из них там половина каждый день. Да? Соцсети – это вещи, где растет темп использования очень сильно, и я думаю, что Майдан – это действительно был большой генератор подключений, новых аккаунтов, как в Фейсбуке, так и в Твиттере. Потому что больше всего именно здесь общались те, кто был на Майдане. И то, что кто-то встречался, я не исключаю, но, к сожалению, при всей моей приверженности технологиям, я не думаю, что это был главный тренд. Я думаю, что главный тренд – это все-таки было то, что больше людей начало приходить и активно использовать вот эти вот инструменты. Ну, как-то так. Дякую. Запитання ще? Є запитання? Прошу представитися. Романюк Сергій. Ви нагадували тут, що були недавно були випадки в інтернеті, коли появлялася інформація, що десь там відбуваються, значить, маневри доступу чи там внутрішніх військ, а насправді вони не відбувалися. Ні, мається на увазі, була інформація, але таких маневрів не було. Була така інформація в інтернеті. Але мені кажуть, що це використовується тою чи іншою стороною, мається на увазі для перевірки, наприклад, Майдану згуртованості сил, або ж, наприклад, використовується нашою стороною для ґрунтування Майдану. Не так. Це була репліка. Ну, в принципе, да, и то возможно. Вы правы. Вопрос, как доказать, и действительно ли плохо или хорошо, то, что это используют за консолидацию или против. Но то, что среди, так сказать, инсценировок есть и реальные факты, которые помогают сообразить, там, бежать сюда или не бежать, это однозначно. Хотя, в принципе, вот, опять же, из другой темы немножко, не только журналистика, все еще очень сильно зависит от общества. Да? Вы знаете, что в ночь штурма звонили колокола и отключили отвлечение гражданской обороны на Западной Украине. И в процентном соотношении к населению это работало еще больше, чем в Киеве социальные сети. Да, и здесь вопрос, насколько общество готово, а уж коммуникацию какую-то общество найдет. И понятно, что электронные средства помогают быстрее быть проинформированным, но когда их нет, это не значит, что будет вакуум. Очень важно понимать готовность людей к тем или иным действиям. Дякую. Да, є запитання ще. Доброго дня. Мене звати Світлана Дерсенко. У мене таке питання. Я дійсно створила аккаунт на Фейсбуці тільки для того, щоб голосувати в спільноті Євромайдан. Бо я людина взагалі така, ну, не дуже відкрита, скажімо так. І зараз я бачу, що дня приєднується все більше і більше людей. До цього співтовариства там вже більше 160 тисяч. От у мене таке питання. Ваше враження? Скільки з тих, хто зараз читає інформацію про Євромайдан в соціальних мережах, активно обговорюють все це і так далі, скільки з тих людей реально діють, щось роблять, виходять, в чому залучені, чи це тільки, знаєте, така психологічна імітація діяльності, випіт такої емоції, енергії, але вона ні до чого не веде. Буду вдячна за відповідь. Ой, тобі я ще все услышала. Запитання стосувалося того, умовно кажучи, психологічного долучення до Євромайдану через соціальну мережу, але фізично, чи які проценти людей, які долучаються до соціальних мереж і підтримки Євромайдану, беруть активну участь фізично, на фізичному рівні в конкретній реальній роботі? Ну, на самом деле, этот вопрос очень долго звучал таким образом, что народ сливает свою энергию в соцсети, и на самом деле никуда не выходит. Да? Но я лично считаю совершенно иначе. Я считаю, что весь тот период подготовки, который продолжался к этому Майдану 2 или 3 года, и социальные сети, они известны как акселераторы. Да? То есть на самом деле люди, имея возможность общаться дополнительно, они не только сливали энергию, они ею заряжались.
Говорите о конкретных цифрах, вот сколько людей сочувствуют и что-то пишут, и сколько приходят. В принципе, конечно, сейчас еще таких исследований нет. Хотя социологи уже приводили, и в процентах там видно, можно как бы найти в сети эту информацию. Я знаю, что в первый пик там было зарегистрировано 1 600 000 устройств. Это был первый митинг. Второй, третий не знаю, но то, что людей при этом тоже пришло около 1 000 000, это мы все знаем. Да? Если учесть, что аудитория Фейсбука, если я не ошибаюсь, там до 5 000 000, то это на самом деле очень высокий процент. Да? А есть еще люди в других соцсетях. Поэтому даже если человек сюда по каким-то причинам не приходит, это не значит, что он там, например, не приносит пользу или что он кому-то где-то в чем-то не помогает. На самом деле, я думаю, что новый инструментарий, он позволяет людям делать больше, чем если бы они ходили только сюда, да, потому что они могут с такими же людьми о чем-то договариваться, о чем-то информировать, писать какие-то там тексты, мочить тех же троллей, да. Ну, то есть очень много разных дел может найтись, и мне кажется, что это скорее большая возможность с использованием, так сказать, удаленного доступа к моей данной, и это более полезно, чем если бы люди этого не знали. Если вы помните 2004 год, то было два варианта, если смотреть онлайн или быть здесь. А сейчас можно с этим инструментарием делать намного больше. Поэтому социальные сети нам только помогают. Дякую. Вже 16:59, буде час, я так розумію, для наступного лектора. А з нами впродовж години спілкувалася Еліна Штурко-Табакова. І це була тема «Нові технології і стандарти журналістики». Дякую. Дякую большое. До завтра. Всі, хто би хотіли ще поставити запитання до пані лектора і приватно поспілкуватися, ви можете це зробити зараз, поки в нас йде підготовка до наступної лекції. Дякую. Ми чекаємо на пана лектора в ближчі хвилини. І діло в тому, що все-таки фізичне підслідування, воно не дійсно. Я раз призиваю, люди, давайте ви таки покривайте всі свої стандарти. А от 11 числа, 11 числа, якщо ви не приїжджаєте, то ви хочете забрати. Они очень быстро выделились. Это хорошо. Более того, так как мы же народные, в том смысле, что еще в начале, когда это все Если я вижу, кстати, скажем, не желаете, чтобы вы слышали, что это...
хотілося б ще більше. А можна, допустим, Поповно 2 хвилини, і в нас починається лекція Віктора Кожевнікова. Лектор Віктор Кожевніков, майбутнє української економіки, можливості і ризики. 2 хвилини готовність. Добрий день, шановні майданці, мешканці Майдану, мешканці Нової України. В рамках вільного університету Майдану я вчора розповідав про мікроекономіку. Сьогодні розширимо трошки, багато питань з приводу макроекономіки. Скажите, пожалуйста, кто знает, какое место экономика Украины занимает в мире по объему ВВП? Кто слышал? 39-е. 39-е. Не так уж плохо на самом деле. Вы вообще не верьте тем, кто говорит, что у нас все совсем плохо. То есть у нас достаточно на самом деле высокий экономический потенциал, просто его надо толком использовать. Так вот, экономика Украины занимает 39-е место в мире на сегодняшний день по взвешенным экономическим показателям. При этом территория у нас занимает 44-е место в мире по площади, а население 30-е место в мире. То есть, как мы видим, экономика находится у нас, наше место в экономике находится где-то между нашим местом по территории и нашим местом по населению. То есть население 30-е, территория 44-е. И валовый внутренний продукт 39-е место в мире. Понятно, да? На душу населения номинального ВВП у нас 3500 долларов в год. Место не помню. Ну где-то около того же примерно. Ну посмотрите, если у нас будет где-то 42-43 место по ВВП на душу населения, потому что цифры все близки. Я точно не помню. То есть потенциал у нас есть. Теперь давайте подумаем, почему у нас, при том, что у нас, в общем-то, хороший потенциал, при том, что у нас есть земля, есть масса природных ресурсов, полезных ископаемых, люди есть вменяемые, образованные. Почему столько проблем? Да? Чего мы вот тут собрались и кричим банду гей? При этом тут все. Тут хочется залезть немножко в историю. Посмотреть, что у нас происходило, начиная с 1991 года.
Я нарисую вот такую схемку. В 1991 году у нас была какая-то вот такая экономика. И какое-то вот такое государство. Надстройка, да? Это базис у нас, а это надстройка. То есть, ну, мы видим, что государство по относительно экономики такое не очень большое, не очень тяжелое. И экономика вполне его выдерживает. Как чердачок такой. На момент получения независимости у нас государство вообще состояло в основном из коммунистической партии, да, кто помнит, да, как это происходило. Всю ответственность несла партия, управляла партия, государство фактически только подписывало и там решало какие-то коммунальные вопросы. Кстати, кто знает, где находилось Министерство угольной промышленности СССР? Никто не знает. В Донецке, конечно, где же еще? Где угольная промышленность, там и министерство. То есть было... Дальше происходило следующее. Экономика начала меняться. Таким образом, от нее начали отгрызать кусочки. В одном месте отгрызли, в другом отгрызли. Где-то приватизировали, разбазарили. Где-то просто украли целиком, как Черноморский флот, например, торговое, Черноморское морское пароходство. Помните, да, что с ним случилось? Его просто подеребанили по одному кораблику, и все. Да. Начали потихонечку распиливать. Там кусочек отпилили, там кусочек отпилили, там кусочек. Видно вообще, что я рисую? Нормально? А что при этом с государством происходило? А государство у нас росло. Потому что появилось... Много новых желающих порулить. Все говорили, давайте построим европейское государство. А что значит европейское государство в понимании чиновников? Это значит, что у них будет европейская зарплата, они будут ездить на европейском автомобиле, у них будет европейская мебель в кабинете, что при этом с экономикой будет, их совершенно не падает. И вот с каждым годом наше государство растет и растет, растет и растет, растет и растет. А экономика отгрызают и отгрызают, отгрызают и отгрызают. И что мы получили сейчас? А здесь же еще крадут, вы же не забывайте. Мало того, что они расходуют непомерные какие-то цифры, даже объективно, еще половину разворовывается по нам. И получилось на сегодняшний день, что вот этот грибок, на котором оно держится, ножка вот эта вот, она уже еле живая. И вот эту вот шляпку она уже держать не может. Отсюда у нас кризис. У Ленина это называлась революционная ситуация. Верхи не могут, низы не хотят. Но на самом деле низы уже тоже не могут. Экономика не выдерживает вот этого конструкта колоссального. То есть в цифрах оно вроде бы как все не так страшно выглядит. Но мы же знаем, как дело обстоит на самом деле. То есть кроме того, что каждый субъект вот здесь вот сидящий платит налоги. Сюда, официально. А налоги на труд у нас, если посчитать их, три оборота, три цикла перепроизводства, три цикла передела, точнее, в экономике. Если посчитать, то мы получим, что на одну гривну заработанную на первом этапе передела уплачивается 1 гривна 41 копейка налога в общей сложности. 141%. Это только официальных налогов. А есть же еще неофициально. Тут вчера я рассказывал финансы малого бизнеса, взяла одна женщина и говорит, а я сейчас расскажу вам, как на самом деле есть. Они же, они только открылся, они сразу требуют милиционеру, санитарному врачу, пожарнику, да. То есть коррупционный налог.
Это что же здесь все усваивается? Вы же понимаете, почему? Более того, кроме всего этого, у нас есть еще одна штука хитрая. Называется инфраструктурный налог. Что такое инфраструктурный налог? Если у нас есть сеть торговых точек, например, мы должны к ней подвозить товары как-то, да? А товары мы подвозим как? По дороге. А дороги у нас какие? До Ямато-канала, да? Японские. Как в Японии. До Ямато-канала. Соответственно, если вы будете возить вот на такой вот машине, вот как там стоит, товар в магазин, вам ее хватит на год, на полтора. Потом, в лучшем случае, ее можно использовать в автокофейню, которая просто никуда не ездит, стоит, если... чтобы она с места не двигалась, а то она, у нее колеса подпадают. То есть это вообще в топку деньги получается. Получается, что каждый субъект экономики у нас его доит государство раз, у нас его доит местный чиновник или не местный, кто-нибудь, милиция, прокуратура и все остальные два. Еще неизвестно, какая здесь как бы стрелка толще из этих окажется. У кого как было. Плюс еще идет вот такой слив денег вообще неизвестно куда. Кто? Соответственно, эта ножка становится еще тоньше. Потому что здесь не добавляется новых субъектов экономики из-за этого. Нет инвестиций. Для того, чтобы ножка становилась толще, нужны инвестиции. Нужны вложения сюда. Нужно сюда добавлять деньги. Это инвестиции. Они бы нам наращивали экономику, если бы для инвестиций были благоприятные условия. Но они у нас не благоприятные. Сейчас я расскажу почему. Вот это все одна причина, почему у нас неблагоприятные условия. Много обложения, коррупция и плохая инфраструктура. А давайте теперь подумаем, как должно быть. На мой взгляд, должно быть это плохо. Видите разницу? Что у нас сейчас и что мы хотим на выходе? Вот это экономика, вот это наш базис, включая такую вот микроэкономику, доходы домохозяйств, которые во всем мире считаются базовым уровнем. Нас просто считают по-другому. У нас домохозяйство вообще не учитывается в экономической статистике и в расчетах и так далее и тому подобное. Во всем мире базовым уровнем экономики является доход домохозяйства. Вот такое государство. Все, нам больше не надо. Допустим, ну или вот это вот, допустим, может быть управление, а вот это вот может быть какой-то госсектор, включая вот социальные услуги. Образование, медицину, там, социальные службы какие-то, полиция, пожарные, всякое прочее всячее. Но она никак не должна быть больше определенного уровня. И под ней должна быть база мощная. Для того, чтобы держалось государство социальным сектором, всем государством, оно должно на чем-то стоять. Просто болтаться в воздухе оно не может. Нет у него питания уже. Для того, чтобы из этого сделать вот это, что нужно? Реформы. Есть такое слово. Реформы нужны, да? А что такое реформа? Как у нас понимают 14 правительств, которые сменились с 1991 года, как понимают реформы? Кто слышал, что у нас проводились реформы в стране какие-то? Все слышали, да? А в чем они заключались? Вот это уже непонятно. Напечатали на бумаге. Украшение. Получение зарплаты. Реформы у нас заключаются обычно в следующем. У нас было 15 министерств, потом сделали 25 реформ. Потом сделали 40, еще одна реформа. Потом сказали, нет, 40 много. Давайте сделаем обратно 20.
Причем независимо от количества министерств, у нас количество чиновников продолжает расти. Вот, вот пример того, как у нас происходит реформа. А здесь вот червячок точит и точит. Рука тянется и тянется. Взять отсюда. Второй момент, который мешает нам жить. Вот здесь вот. Вот в этой ножке есть такие большие кубики. Большие, очень большие. Они называются монополии. Вот доля монополии в нашей экономике очень высокая. Почему так произошло? Ну, с одной стороны, исторически сложилось. У нас действительно были крупные предприятия, которые каким-то образом приватизировали, не будем говорить так. У нас есть государственная естественная монополия, у нас есть там Нафтогаз тот же самый, у нас есть Укрзалезница, у нас есть масса мелких монополий местного масштаба, например, ЖЭК. Это же монополия тоже. Попробуйте, да, попробуйте от ЖЭКа избавиться. Вы узнаете, что такое монополия на неделе. Или попробуйте пойти в Киевэнерго и получить их условия на тепловой счетчик. И вы столкнетесь. Да. Что такое звериный остав империализма, как говорили в советские времена. Звериный остав империализма, вам будет приятно улыбаться за кошечка, видеть девушки какой-то, принимающей документы, и говорить, не-не, у вас мало документов, принесите еще, а потом еще, а потом еще. Приходите через месяц, мы обязательно рассмотрим ваше прошение. Им не нужно его рассматривать, они не хотят, потому что они монополисты, зачем им ваш счетчик? Они вам по-новому насчитают в жизни, будет все нормально у них. А вы будете переплачивать. И вот такие монополии у нас во всех секторах экономики. В энергетике в первую очередь. У нас половина энергетики принадлежит трем силам. А скоро будет принадлежать одной. Вы знаете, какой. Если так будет продолжаться и дальше. Поэтому вот здесь вот, вот эти ребята, которые тут сидят, им не выгодно, чтобы сюда заходил кто-то еще. Потому что тогда же надо будет вскрывать карты и другие правила игры выстраивать в экономике. Им это не надо. Поэтому они здесь развесили колючую проволоку. И никого сюда не пускают. Вот так вот. Поставили заборы, поставили рогатки, поставили, вырыли волчьи ямы. И отстреливаются оттуда. Никого сюда не пустим. Мы не пустим сюда иностранцев в энергетику, потому что они потребуют завтра нормального ценообразования. Мы не пустим сюда Икею. Мы не пустим сюда тех, мы не пустим сюда этих. Иностранного инвестора не пустим, потому что он же будет потом через американское посольство капать на мозги Азарова. Зачем он им нужен? Внутреннего инвестора вообще кто-то, кто с ним разговаривает. Прокурор, как только вы попытаетесь выступить конкурентом монополии, вам сразу расскажут в прокуратуре, где они вас видели. И что такое конкуренция в наших условиях. Вот это все подтачивает ножку грибка, продолжает подкачивать. И при том, что мы располагаем вот этими всеми колоссальными ресурсами, здесь, в официальной экономике, все становится все меньше и меньше возможностей. А куда деваются ресурсы наши? Давайте подумаем. Люди где работают вообще? Да, часть людей работает за границей. То есть где-то есть другой домик, да, где как-то более-менее все нормально. Ресурсы поехали туда. Один путь. Второй путь.
У нас, кроме легальной экономики, которая учитывается, которая платит налоги официальные, формирует бюджет и все такое, у нас образовалась еще такая штука, как теневая экономика. Вот оно же куда-то же должно деваться. В мире есть закон сохранения энергии. Ничего не возникает ниоткуда и не пропадает бесследно. Ну что не проелось окончательно. У нас есть теневая экономика, которая вот как-то так вот, как-то вот тут вот находится. Вокруг. По разным оценкам, объем теневой экономики в Украине составляет от 40 до 65%. То есть если мы говорим, что у нас 176 миллиардов долларов ВВП, то надо добавлять еще 100, в принципе. Вот так вот, плюс-минус. Трамвайная остановка. Добавляем еще 100 миллиардов долларов. Вот эти 100 миллиардов долларов у нас производят люди, которые работают в всяких базарах, в мелком бизнесе, неучтенная рабочая сила на крупных предприятиях, которые навалом. Это зарплата в конвертах, неучтенная нигде. Это масса людей, которые заняты своим выживанием просто, которые внизу, там, на низовых уровнях, заняты тем, чтобы себя обеспечить, добыть какие-то ресурсы. Это шахтеры в Копанках в Донбассе. Это тоже там. Но и там есть проблемы. В Запорожье эти разборщики терриконов, вы знаете, да, кто откуда. Там сотни тысяч людей занимаются разборкой терриконов, отвалов. Но здесь тоже над ними начинает выстраиваться настроечка. Кто читал, как происходят дела там, или кто может из Донбасса, те знают. Что вот кто-то выкопал Копанку, к нему приходят и говорят: парень, мы твоя крыша. То есть на теневую экономику тоже образуется настройка в виде криминальных структур. Они же милиция и прокуратура в одном лице. Ну и понятно, вот что мы имеем на сегодняшний день. То есть земля была богата, порядка вовсе нет. Вот, а мы хотим вот это получить. Мы хотим нормальное государство. Равнобедренное, неперекособоченное. Где есть нормальный баланс экономики и государственного потребления. Где мы живем посредством, то есть мы видим, что вот эта вот часть у нас работает и зарабатывает, а вот эта часть потребляет. А не так, как сейчас. Итак, какие же нам нужны реформы, чтобы мы вот к этому пришли? Давайте подумаем. Налоговая, да. Но налоговая реформа, я бы сказал, что это следствие. Это, то есть, не следствие, а средство. В первую очередь нам нужно что-то сделать с этим грехом. Потому что вы видите, вот и вот. Вот что у нас есть, а вот что нам реально нужно. Административная реформа это тоже. Это когда мы делаем, вчера было 20 министров, завтра 40, послезавтра 50, потом опять 25. Да, создали, переименовали половину министерств в госкомитеты, потом обратно в министерство. У нас вот это называют административными реформами. Вот, надо менять в целом правила и в целом менять систему. Это тоже один из методов. Реестр майновых прав мы сейчас поговорим. Это важно. Смотрите, в принципе, вот эту всю конструкцию нужно разбирать. Вот эти кирпичи нужно переносить вот сюда в фундамент. Закладывать. Тогда на этой платформе можно что-то строить.
Вот это государство, на мой взгляд, оно в потреблении вообще не годится уже. Нужно начинать строить его сначала. Каким образом? Есть прекрасная концепция, которая называется территориальная община. Слышали о ней? Речь идет о том, что каждая местная группа граждан создает свою управленческую структуру и сама собирает налоги на свою территорию. Как вам такая идея? Ну так надо написать новые законы, потому что они не годятся. Вот эти законы нам дают вот такую вот конструкцию непонятную, которая вот уже, она уже на одной ниточке висит на живой. Вы думаете, почему Янукович как ужаленный бегает и ищет, куда вступить? То ли в Евросоюз, то ли в таможенный союз, то ли в Китай. Сразу же. Целиком все вступили в Китай. Потому что вот это все уже не держится. Оно уже не живое. Он пытается найти денег и залатать эти дырки, которые они сами проели здесь. Запитать еще раз... Последние порции запитать вот это вот, продав даже вот эти вот базовые последние отрасли промышленности, распродав. Он уже готов распродавать землю, он уже готов людей распродавать, если бы можно было продавать людей, он бы людей уже продал. Уже продать, наверное, проще даже. То есть проблема для нынешнего правительства, проблема интеграции, это не проблема цивилизационного выбора, не проблема ценности, не проблема культуры, потому что они не знают такого слова. Они меряют все исключительно денежными измерениями. Несмотря на то, что мы говорим об экономике, даже в экономике не все меряется деньгами. Он пытается фактически подпереть вот этот вот, сделать какие-то подпорки, контрфорсы и подпереть вот эту крышу. Оно по факту так получается. Ему не дают денег никаких. В Евросоюзе денег не дали, в Китае денег не дали. Он побежал в Россию, но там тоже его нажухали на самом деле. Я об этом целую статью написал. Напишите в гугле «Спасение мистера Газпрома». Прочитайте. Называется статья. Не получит Украина этих 15 миллиардов. Это, да. Это совершенно воздушные цифры, они переведутся со счета на счет в пределах Москвы. Один или два или три раза. Ну, Киев они не зайдут. Совершенно верно. Эти деньги уйдут сейчас за счетом за газ. То есть они вот зашли на пару дней сюда, их за счетом за газ забрали обратно в Москву, в Газпром. Вот. И все довольны, все смеются. Янукович отчитался о том, что он получил российский кредит. Азаров уже рассказывает, что в следующем году повысят зарплаты всем наполовину. Ну какие шиши? Нет у них этих денег, нет. И больше Москва ничего не даст. Потому что там уже тоже люди задают вопрос. Российские граждане задают Путину вопрос. У нас что, некуда потратить 15 миллиардов долларов? У нас все деревни заасфальтированы. Или у нас дороги, или у нас больницы, или у нас школы новые стоят. Более того, он эти деньги, Путин, даже взял не из бюджета, а из пенсионного фонда. То есть фактически он сейчас разбазаривает пенсионное сбережение россиян. У нас уже разбазарили, теперь пошли туда. Вот. Теперь давайте подумаем все-таки. Для того, чтобы построить богатую страну. Что нужно сделать? Естественно, совершенно верно говорили, налоговая реформа.
не может функционировать экономика при налогообложении в размере 141%. Это нонсенс полный. Налогообложение должно уложиться в 35%. Это экономический закон, подтвержденный многими пробами и ошибками в течение сотен лет. Никому еще не удавалось повысить эффективность коровы путем меньше кормить и больше доить. А у нас пытаются именно так делать. Инвестиций нет, то есть мы экономику не кормим. Деньги из экономики изымаются, потому что мы боимся, не мы, а они точнее. Они боятся инфляции. Они боятся отпустить курс валюты. Они боятся того, они боятся этого. Поэтому у нас показатель успешной работы правительства – это то, что курс гривны сохранился на уровне 8. Ну, да, а инфляция, да, на уровне 0. Ну не могут такие цифры быть показателями работы правительства. В Национальном банке Англии я был когда-то на экскурсии, там есть музей. Но там каждый входящий может поиграть в такую игру, называется «Игра в макроэкономику». Висит дирижабль посреди зала, там корзинка. Ты заходишь в корзинку, держишь вот так джойстик. Перед тобой экран. Твой дирижабль летит по небу, и там написано. На этой линии центральной нарисован вот так вот дирижабль. Вот так вот линия, и нарисована 2% инфляции. Нужно удерживать дирижабль ручкой на этой линии. Это называется таргетирование инфляции. Это так, финансовая политика, которую ведут европейские страны много лет уже. Ну, а сейчас критикуют, говорят, что она устарела немножко. Ну, дай бог нам хотя бы в этом режиме поработать меньше. Так вот, как только мы опускаемся чуть ниже, летим ниже 2% инфляции, появляется красный транспарант. В экономике стагнация. Поднимаемся выше, появляется зеленый транспарант. В экономике перегрев, опуститесь ниже. И вот так нужно ручечкой аккуратно выдерживать эти 2%. У нас пытаются удерживать на нуле. При этом удивляются, почему же экономика не растет. Потому что они не были в музее банка Англии, они там были в другой банк, где их считали. Это лирическое отступление. Итак, вот мы видим, что нам построили 14 правительств предыдущих, включая нынешних. Вот такой вот бардак. Нам нужно вот это. Итак, давайте наметим основные реформы, которые нужны. Реформа 1. Давайте тут писать, оно нам не мешает. Итак, мы видели, что у нас было... Сейчас у нас вот такое государство, а мы хотим вот такое. Первым пунктом пишем. Дешевое, эффективное государство. Практически это означает, что государство нынешнее нужно полностью разгонять и строить новое. Потому что из того, что есть, вы уже не слепите ничего. Если у нас государство дешевое, нам уже не нужно столько налогов. Понимаете? Отсюда следует налоговая реформа. В результате налоговой реформы мы должны уменьшить практически на порядок изъятие денег в бюджет и перераспределение их через центральный бюджет. Более того, во-первых, это должно быть снижение, да?
снижение налогов. А вторым пунктом должно быть то, что я говорил раньше. Налоги должны собираться не сверху вниз, как сейчас, а снизу вверх. То есть налоги собираются в территориальной общине, и какую-то часть их, обусловленную законом, территориальная община перечисляет вверх. Тогда люди видят реальную картину своей территориальной общины. Люди видят, что в их районе, не где-нибудь на Печерских холмах, а в их районе собрано там 1 000 000 гривен налогов. Они могут свое правление общины, своих местных депутатов, свой исполком местного совета спросить, где вы дели наш 1 000 000 гривен. Покажите нам на пальцах, покажите нам отчетность, на что потрачено, где наша новая дорога, где наш новый детский садик, где наша новая поликлиника. Понятно? Они говорят, окей, вот мы собрали 1 100 000 отдали на Киев, потому что 10% уходит наверх. За 900 000 вот построено километр дороги, отремонтирована школа, там еще что-то сделано. Все окей, нет вопросов, работаем дальше. То есть первый момент – это снижение, а второй – это перераспределение. Снизу вверх. А теперь, кто любопытный, зайдите и почитайте программы политических партий. Где у них там такое есть? Ни у кого нет. Этого нет ни у кого, ни одной партии. Вот это от них надо требовать, между прочим, а не просто банду геть. Я не понимаю этого лозунга банду геть. Банду геть одну, давайте пригласим другую банду, пусть она правит. Что мы получим на выходе? Да бог с ним, мне не надо, чтобы они боролись с олигархами. Пусть они страну реформируют. Да. Антимонополизация – это не борьба с олигархами. Это экономическая реформа, самая натуральная. Но не нужно бороться с олигархами, не нужно бороться с коррупцией, не нужно бороться с, я не знаю, со снегом и дождем. Нужно создать условия, при которых олигархи будут действовать в рамках антимонопольного законодательства. И все. Не надо с ними бороться. Они тоже полезные существа в каком-то смысле. Потому что, кстати, если бы не олигархи, у нас бы половины промышленности бы уже не было. Так у нас хоть 38% ВВП на промышленность приходится. А так бы я не знаю, сколько бы было. Так что от них тоже есть определенная польза. Не ругайте так уж сильно наших олигархов. Да. Ну это такой вопрос, философский уже, знаете, честно, нечестно. Мы же говорим об экономике сейчас, мы и говорим о том, что мы имеем на сегодняшний день. Ну понятно, что про 1 000 000 вам никто ничего не расскажет. Вот. И третья реформа. Какая третья реформа, подумайте? Да, записываем. Майновые права. Реестр гарантии прав. Еще к гарантиям прав имеет отношение какая реформа? Судебная, правильно. Реформа судебной исполнительной системы. То есть вот реестр и 4 судебная. Она нам обеспечивает гарантии прав. Вот. То есть это гарантии прав, это функция, которую нам вот это государство должно гарантировать. У нас, когда президента называют гарантом,
Он что гарантирует вообще нам? Я бы сказал. Не буду при дамах выражаться. Ничего он не гарантирует. Он... Да. Он нам не гарантирует прав никаких. Поэтому мы имеем то, что имеем. А нам нужны гарантии прав. Нужно, чтобы государство выполняло эту функцию обязательно. Но для этого нужны реестры. Для этого нужен справедливый суд. Кстати, реформа государства, базирующаяся на местном самоуправлении, она предусматривает в том числе и что базовый уровень судебной системы тоже будет местный, это будет мировой судья. Это будет апелляционный суд присяжных тоже в районе. И только самые сложные дела, которые не смог рассмотреть низовой суд, передаются в Верховный суд. Не надо вот это городить эту пирамиду из областных судов, из трех веток, из общего суда, хозяйственного, административного. Они уже сами не знают, за что хвататься. И занимаются тем, что перетягивают дела друг у друга, чтобы поток взяток перенаправить в нужную сторону. То есть хозрасчетный суд вообще разгоняем к чертовой бабушке. От него толку не будет никогда. И последний вопрос реформ, очень важный для всех, особенно с определенным возрастом. О, пенсионная реформа. Пенсионная реформа, возможно, она где-то даже стоит на втором месте, если вдуматься. Потому что у нас, посмотрите, у нас подоходный налог 15-17%, 17% сейчас. НДС 20%. Ну, если вот так вот взять навскидку, да, первый уровень налогообложения. 17, и на него еще 20, то сколько? 21%, да, на первом обороте. Мы платим прямого косвенного налога. А сколько мы платим пенсионного сбора, знаете? Кто предприниматель тут? Поднимите руку, кто предприниматель, кто зарплату начисляет. Да. И еще 3. Да? 32 и 3 внутри, 32 снаружи. Да. И куда эти деньги идут сейчас? Они идут на пенсии тем пенсионерам, которые сейчас получают пенсию. Мы получаем замкнутый круг. Вы сейчас, я вместе с вами, платим пенсионные взносы. Где эти деньги? Покажите мне, дайте мне их пощупать. Сколько лет мы с вами платим эти пенсионные взносы? Сколько лет у нас только накопительная, формально накопительная система существует уже почти 10 лет. Предприниматели, бухгалтера есть тут? Алло, тебя. Поднимите руку бухгалтера. Нету бухгалтера? Так вот, бухгалтера каждый квартал оформляют так называемые ярлыки в пенсионном фонде. И ведомости персонификации. Там есть отдел персонификации, есть эти ярлыки, есть эти дела на каждого. Якобы на каждого заведен в пенсионном фонде личный счет, на каждого работающего. Я хочу посмотреть эти деньги, покажите мне их наличными, пожалуйста. Да. И скажите, пожалуйста, могу ли я их забрать сейчас и положить в банк? На фигу с маслом, никто вам их не даст. Потому что они проедены уже. Они пошли в оборот, они пошли тем пенсионерам, которые сейчас получают пенсию, и то не хватает этих денег. Алло. Поэтому мы с вами, опять же, я колонки... к выходу на пенсию окажемся в том же самом положении, в котором нынешние пенсионеры находятся. Колонки развернул, которое... потому что они стояли, бог знает куда, понимаешь? И звук стоял не в середину, а в сторону, пенсию. Понимаешь? Вот и все. Откуда депутат поднимет эту пенсию? Из госбюджета. За счет перераспределения бюджетных денег
Тоже пенсионного фонда. Затыкает дыры в пенсионном фонде. Нормально, да. Мы так придем куда-нибудь? Никогда мы так не придем. Почему в Европе богатые пенсионеры? Там нет бедных пенсионеров практически. Там есть небольшой процент людей, которые по каким-то причинам там получают социальную пенсию. Он очень небольшой. Все остальные пенсионеры в западных странах живут на свои сбережения, которые они накопили за свою жизнь. То ли в виде банковских депозитов, то ли в виде пенсионных счетов, пенсионных фондов, государственных, негосударственных, неважно. Но люди получают на пенсии, они получают процент от того, что они заработали, плюс банковский процент или инвестиционный процент, который заработал для них пенсионный фонд, банк или другая финансовая структура. Поэтому на Западе пенсионер замечательно себя чувствует. Он отдыхает, действительно. Он ездит по миру. Вы посмотрите, вот кто приезжает к нам из туристов. Половина из них пенсионеры. А наши пенсионеры где отдыхают? На даче с сапкой? Я не хочу отдыхать на даче с сапкой. Я не люблю сапать. У меня радикулит от этого. Я тоже хочу отдыхать на море, понимаете? И вы, наверное, хотите. Поэтому пенсионная реформа должна заключаться в следующем. Поскольку у нас в результате появления дешевого государства и снижения налогов образуется небольшой ресурс финансовый, нужно сделать следующее. Нужно вот из этого ресурса, из налогов, платить пенсию тем пенсионерам, которые есть. В том размере, в котором сейчас, или даже чуть больше. Я думаю, что в принципе при нормальном, если не красть отсюда, не разворовывать половину бюджета, то тут найдется и на пенсионерах нормально. То есть сказать честно, что у нас нет никакой солидарной и накопительной пенсионной системы. У нас есть налог. Вот мы собираем налог, из этого налога бюджет выплачивает пенсионерам пенсии. Понятно? А что делать нам с вами, работающим сейчас? А для нас нужно создать накопительный пенсионный фонд. На первых порах, возможно, это будет государственная структура, как типа государственного пенсионного банка, где будут индивидуальные счета, депозитные, где будут накапливаться эти средства. И по выходу на пенсию мы будем знать четко, сколько мы насобирали этих денег. И мы можем сказать, что выплатите нам эти деньги вот в таком виде, или вот в таком, вот так распределите, или вот так. Государственный банк сможет эти деньги как-то использовать для развития экономики, для инвестирования в украинские активы, в зарубежные активы. То, что, собственно, делали в России, пока товарищ Янукович у товарища Путина не выклянчил половину этого фонда. Но они их прокрутят и вернут обратно, вы за них не переживайте. Я переживаю за нас, за Украину. То есть они там прокрутят. В России создан, вот для этих целей, создан так называемый фонд национального достояния. И вот там есть пенсионные счета. Пенсионный фонд – это бухгалтерия, а фонд – это как бы деньгохранилище. Он инвестирует эти средства, получает на них доход. Инвестирует в основном, на самом деле, как они не клянут Америку, а инвестируют они в американские ценные бумаги. Им больше не во что инвестировать такие объемы денег. И нам нужно делать то же самое. Нужно накопить в государственном пенсионном фонде, не в том, который сейчас, а в том, который будет заниматься инвестированием. Нужно нанять нормальных инвестиционных менеджеров. Нет своих, давайте западных наймем. Да у нас и свои найдутся, есть меняемые специалисты. Только их надо привлечь к этому. Инвестировать эти деньги. Тогда каждый на момент выхода на пенсию будет иметь возможность зайти на свой счет в пенсионном банке и посмотреть, что у него есть деньги, которыми он может пользоваться, которые он может распределить, исходя из своих планов на жизнь. Итак, с помощью всех этих уже указанных реформ мы вот от этого, используя вот это, переходим к этому. Вот такие у нас радостные перспективы.
Теперь вы знаете, что требовать от политиков, которые там на сцене толкутся. Знаете теперь? Да. Вот. Еще раз повторяю. Дешевое эффективное государство. Территориальные общины. Они как черт ладана боятся территориальных общин. Римму Белоцерковскую 3 недели на сцену не выпускают, чтобы она рассказала о своей концепции. Налоговая реформа, которая предусматривает снижение общего уровня налогообложения и перераспределение бюджета по принципу снизу вверх. Реестр имущественных прав. Судебная реформа. Разгон всех судов существующих, разгон всей существующей милиции и разгон всей прокуратуры. С запретом им пожизненно занимать государственные должности. Всем поголовно. Никого. Я бы даже секретаршу там не оставлял. Пусть она базаре торгует. А, то у нее уже привыкли. И гарантии прав собственности. И соблюдение вообще законности, исходя из этого. И пенсионная реформа по принципу отмены солидарной системы и перехода полностью к накопительной с бюджетным финансированием переходного периода. Вопросы есть? Вопросов нет. Спасибо за внимание. Они не слышат нас. Совершенно верно. Это уже сколько раз пытались туда. Люди. Там не пробивают. Всю жизнь история вся показывает. Украина умирала под поляками, под шведами. А вы где? Вы где? Вы где? Вопрос. Ну тема какая? Не надо слушать вот это. Это проповедь. Это не для нас. Это чего? А давайте. Ты хочешь слушать это? Протрезви. Это провокатор, что ли? Это не провокатор, он выпил. Иди. Провокаторов надо сразу видеть. Оно его сразу и было видно с первых слов. Это вышел очень умный человек, а вот нам действительно надо советовать нашим лидерам слушать умных людей. И прежде всего надо, чтобы лидеры наши здесь стояли и слушали. Потому что человек действительно умный. И все. От чистого сердца и видно, это патриот, да. Это патриот Украины, который желает всего наилучшего. Я с удовольствием прослушал кусочек лекции. Теперь я буду обязательно приходить на эти лекции. Теперь. Правильно робиш, дорогий, правильно робиш. Завжди так роби, як і я. Я тепер буду ходити на лекції. Хоч я вже старий пеньок, але від розуму ще я не відказуюсь. Коли говорить достойно і розумно, треба послухати. О, тепер послухайте, що каже бухгалтер. Бухгалтер вам говорить, що він каже правду. Тому що зараз, якщо ви знаєте, зараз вже нема пенсійного фонду. Гроші перераховуються і перераховуються у ДПІ. І з 5 жовтня Державна податкова інспекція. Зараз гроші всі йдуть в бюджет, всі до копійки. Пенсійний фонд тільки провіряє, скажімо так, як вам потім правильно нарахувати пенсію. Так що все в одній кучі. Дякую. От, дорогі мої, бачите, як воно випливає все наружу. Люди говорять, люди, які знають,
А прошу, я не ведучий, не прошу дітей. Прослухали тільки що ми лекцію очевидного економіста Михайла Кожевнікова, там написано в розкладі його прізвище. На жаль, я теж тут зібралася випадково сьогодні і не знаю, звідки він, яку організацію представляє, де він працює. Можливо, це не так важливо. Я думаю, що наша задача, якщо ми щось зрозуміли з того, що він говорить, розказати всім навколо себе, дійсно, що потрібно нашій країні, і дійсно слідкувати за тим, щоб ті політичні сили або громадські рухи, до яких ми приєднуємося, бо ми повинні приєднуватися, гуртуватися, організовуватися, бо за нас це ніхто не зробить, от, щоб ми перевіряли їх на предмет такої от економічної здоровості і юридичної здоровості також. Мабуть, треба рекомендувати, поки що самі не знаю, у кого і куди, але треба освічувати, ну, здобувати знання і нести їх далі, правильно? А я всього лише тримаю мікрофон, тому що мені треба його комусь передати. Ні, дорогий, звільняй. Ні. Зараз перерва буде, Хтось буде модеруючим поговорити? Модеруючого нема. Я знову скажу, що це.